Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Подмосковье, в Химках, на арене Химки, на одном из трех матчей, которые справедливо именовать центральными в пятом туре МЛБЭТ первой лиги сезона 23-24. Химки принимают московскую родину, команду, у которых по 6 очков набраны к началу пятого тура. Под нападающими номер 72 Астемир Гордюшенко и дуэт форвардов 99-й Иван Тимошенко и 9-й Амур Калмыков. Дмитрий Парфенов, Исаенко и пошире, конечно, следует сыграть. Справа оказывается не кто-нибудь, а Сергей Бородынов продавливает соперника. Короткая передача, Кулишев назад, и можно пробить городовой. Первый сейв Алексея в этом матче. Плотненький получился удар по диагонали, но тот был к нему готов. И вот он контрпрессинг Химок. Постепенно возвращается в нужные кондиции Митя Крижин. Хорошая длинная передача тем временем. Вот так перекидывается Обухов. Это не гол. И это... Еще раз посмотрим за этой роскошной передачей. Вот Клещенко проиграл борьбу. Волков Иван, но Тимошенко не успевал. Воротынов подстраховать своего коллегу по обороне. И Тимошенко прицельно, как казалось, бил в дальний угол. И вот атака, еще одна. Руденко обманывает. Руденко бьет поворотом, штанга. Добивание можно было в одно касание, а можно и со второго Нет, сделать. Блин, удар принимает мяч. Получился на себя. Удар. Хеток Кочев. Здорово, конечно, разбирается Александр Руденко. Причем уже не только с одним, но уже с двумя разными защитниками родины. Снова с мячом Александр Руденко. В недавнем прошлом лучший бомбардир. Первые 45 минутки. Кулишев, высокая подача. Удар 1-0. Воротынов. Сергей Воротынов. Ее отметим. Кулишев. Удаленная такая, уходящая от вратаря. И здесь не мог выходить из ворот городовой. Он остался на ленточке. Ну, а Воротынов оборона... переиграл в воздухе не кого-нибудь, а Хетека Кочиева, у которого вот после первых минут, наверное, 10, в остальном первый тайм совершенно не получился. А этот гол, гол Сергея Воротынова, получился именно что в раздевалку. Давайте еще раз его посмотрим. Прекрасно он в воздухе. Кочиева перевисел и отправил мяч в сетку чужих ворот. Теперь пристальнее смотрим за стандартами. Скидка отражает мяч. Городовой, добивание в перекладе. Ну и момент, конечно, роскошнейший для гола. Безусловно, проблемы колоссальные у футбольного клуба «Родина» при стандартах у своих ворот. Катит мяч Бута, подача в штрафную. Здесь Клещенко очень спокоен на втором этаже. Добивание из глубины. Хасонов! 2-0! Какой же потрясающий для Химок рикошет! Ну, лучше, конечно, повтор с обратной точки, с боковой линии посмотреть, но, тем не менее, передача в позицию левого крайнего, подача, выбит мяч, Клещенко подбирает мяч, Хасонов бьет в касание, а мяч-то попал в итоге даже не в Яковлева, а в Уэсли Ната. Нет, конечно, попал в игрока Никакого Родина. Офсайда. Нет, здесь это об этом гол. Даже думать не нужно, попал в чужого футболиста Хасонов, просто, я повторюсь, рикошет потрясающий, потому что с моей позиции было видно, как мяч вильнул вообще в другую сторону и просто не успел. Алексей Городовой переложиться, переместиться, хотя очень он хотел достать. В действиях новобранца не понравилось. Но это уже послесловие. Главное сегодня уже было сказано. Химки одерживают третью подряд победу. Победу первую домашнюю в этом сезоне со счетом 2-0 в рамках мини-турнира Кубок МКАДа. Между прочим, Химки обыгрывают родину за счет гола Сергея Воротынова в концовке первого тайма и за счет гола Хетека Хасонова при помощи рикошета ближе к концу тайма